Сегодня субботник проходит в селе Малая Быковка. Вот решили собраться тоже с ребятами из города, с молодой гвардии, приехать помочь людям. Люди вышли, жители, администрация города, ну и общественники, которые решили поддержать инициативу. Такие субботники проходят здесь регулярно. Результат всегда после них радует глаз, поэтому считаем, что они должны быть традиционными. Ну, как жители села собрались и решили навести субботник, навести порядок по селу. Как хорошо, много народу вышли помогать. Это же хорошо, когда село чистое. Бросили клич, и хорошо, что люди, многие подошли, радеют. Ну, как жители села, облагораживаем свой участок для того, чтобы можно было безопасно гулять и детям проходить мимо школьные заведения, на площадке детские. Поэтому стараемся объединить людей, и люди пришли все-таки как на праздник. Я активный житель села Быков-Отрог. Вот решили мы организовать в селе Малая Быковка, собрать людей, привлечь их к субботнику, чтобы люди понимали, что субботник это не просто уборка, а как бы праздник для людей. И общими силами наводить порядок там, где мы живем. У меня дети приходят. Надо так вот жители часто убираются, сами собираются. То есть, без ну этого. Да, периодически выбираемся. Ну, по крайней мере, мы вот постоянно то окашиваем, то тут, то это. Ну, у вас тоже территория такая ухоженная, здесь цветочки. Сажаем. Сами все, да? Да, сами.